Всем привет! Сегодня у нас вот такая вот несколько посылок из магазина JD. Ну и одна посылочка из AliExpress. Мы ее просто, чтобы она отдельно не валялась, возьмем и откроем тоже вместе с этими. Здесь у нас несколько стержней. Я недавно покупал клеевые пистолеты и купил несколько стержней для клеевого пистолета. И почему-то... А в чем это она? Мокрая какая-то. Попала влага туда, что ли? Почему-то они мокрые, в каплях воды. Вот, купил, в общем, 99 центов, 10-сантиметровый, то есть 10 сантиметров, 7 миллиметров их толщина, то есть для пистолетов. Вот, давайте посчитаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Все правильно. Вот такая вот упаковочка. 99 центов была. Взял тоже как бы вместе с пистолетами. Пистолеты пришли в один день я их брал. Пистолеты пришли буквально там недели две назад. Это только пришло. То есть, ну, пистолеты, наверное, недели за две пришли, а этот за месяц получается. Вот, ну, откладываем. Давайте посмотрим дальше. 10-сантиметровые тоже удобные. Забыл, что не люблю так открывать. Так, это у нас очки. Я сейчас, кстати, нахожусь в таких же очках. Вот, купил вторые себе для использования дома. Потому что дома за монитором заметил, то есть, ну, очень привыкаешь к этим очкам, и очень удобно за компьютером сидеть, глаза не устают, и поэтому ну, таскать с собой туда-сюда мне не особо нравится, поэтому я купил еще одни очки, на JD была акция, купил еще одни очки. Вот, а это уже очки должны быть затемненные. Так, круто, у нас сегодня день очков от Xiaomi. И последняя посылка. CardFlow. Это, наверное, трусы. Трусы. Вот, скорее всего. Или носки. Трусы. Трусы с тоже JD. То есть три товара из JD. Давайте посмотрим на очки. Начнем с вот этих. Вот так выглядят они, мои очки. Вот, все идеально у них. И единственный минус, они сидят уверенно, и со временем, ну, как бы ты их не замечаешь. Они сидят, ты их одел, и все. И до самого вечера можешь в них ходить, и вообще незаметно, что ты очки. То есть привыкаешь настолько. Как бы единственное, что когда глаз потереть, допустим, зачесался глаз, вот ты упираешься в очки и вспоминаешь, что они на тебе. Но у них есть небольшой минус, то есть если долго в них находиться, вот на переносице, я не знаю, видно будет, нет. Вот в местах, где очки упираются, вот здесь на переносице, вот такие натертости, и иногда выскакивают в этих местах какие-то прыщики, вот у меня. На переносице образуются потертости такие. Ну, давайте я их одену. И давайте распакуем и посмотрим. Все то же самое, что было у нас с очками предыдущими. Такая же коробочка. Все то же самое. Единственное, что эти, которые на мне, я покупал на GearBest. Распаковка у нас есть тоже на канале. Вот. Да, все то же самое. Единственное, что немножко, по-моему, другой вот этот... кобура. Нет, все то же самое. Вот кобура, то же самое. И здесь такая же кобура. Turok Steinhardt. В общем, кобура, вот тряпочка. ТС. Turok Steinhardt. Вот. Давайте посмотрим. Здесь у нас такая бумажечка, вкладыш. Один. Но вот салфеточка, она немножко другого цвета. То есть та у меня получается черного цвета. ТС. А это коричневого, серого такого. Не коричневого, а серого. Вот. ТС. ТС. На черный слабее нанесено. Наверное, плохо было видно ТС, и они решили делать... на такой, на светлой, чтобы лучше было видно, что это Turok Steinhardt. Вот, ну и давайте сами очки посмотрим. Все то же самое, то есть
если сравнивать, идентичные. Да, да. Ну, как бы я различий найти не могу. Вот, очки отличные, я могу их смело рекомендовать, я своими пользуюсь уже давно, ежедневно ими пользуюсь. Давайте дальше посмотрим на затемненные очки. Вот такая вот модель, SM005-0220, тоже JD, ссылки все будут в описании, тоже типа Soptical, типа крутые, крутые очечки должны быть. Смотрим, здесь черная, видать, из старой партии, черная салфеточка. Ну, вскрывать ее не будем, потому что она точно такая же, как и здесь. Вот, пусть пока побудет в пакетике, я ее потом распакую. Вот, упаковочка такая же, и здесь уже в этой версии, то есть тут они отдельно лежали, отдельно очки, отдельно чехольчик. А здесь вот вложены они в чехольчик уже. И в таком вот пакетике, тут они были в таком пакетике, здесь в таком. Больше похоже на Xiaomi. Вот, и такие вот большие очки. Интересно, тут есть какой-нибудь вкладыш для проверки, как они там? Ага, вот еще есть каталог. Какие бывают у Стейнхарта очечки, модельки. Вот, ну и давайте померим. Вот эти вот штуки, они очень-очень гнутся. Вот эти вот, я так понимаю. И сами ушки вот эти, они очень тонкие. Ну так стрёмно даже гнуть их, потому что такое ощущение, что они сейчас в пыль превратятся. Ну очень тонкие, но крепкие. Здесь надписи нет, а на внутренней стороне есть. SM005, ну модель 61 что-то 13 143, не знаю что, и с обратной стороны на внутренней стороне Turok Stainhard, то есть этот бренд. Ну и давайте померим. Вот так выглядят. Сидят, кстати, удобно. Я не знаю, не вижу, честно. Вот я одел их, и вокруг комната светлая. А вот на экране смартфона практически ничего не видно. То есть, ну, реально затемняют они. Ну да, хорошо затемняют. То есть не так, что полностью. Но вот монитор, экран моего смартфона реально затемняют сильно. Посмотрел на себя в зеркало, не очень мне идет такой вот вид очков, то есть они великоваты для меня, и, ну, в общем, мне они, как выглядят они на мне, не очень нравятся, поэтому я не знаю, буду им пользоваться еще, покажу жене, может, ей понравится, но не знаю, в общем, как они на мне смотрятся. Ну, и хочу показать на... затемнение, не знаю, будет ли на экране видно или нет, но тут, допустим, видно, ну если камеру запустить, вот, смотрите, сквозь очки, темнота полностью, вот так прозрачно. Я когда их примерял, я вот включил, ну, смотрел на экран телефона и реально ничего не видел, вот такая вот темнота у нас здесь была. Ну, под углом, видите, нормально свет, светло, можно еще раз смотреть все. А прямо, конечно, очень темно. То есть идешь такой, что-то темно, нужно разглядеть, голову на бок повернул, посмотрел и опять и пошел ровненько. Ну, очень классный эффект, я с таким раньше не сталкивался, ну, может, в общем, круто, мне очень понравились. Вот, ну, как сидят, они не особо понравились, поэтому давайте посмотрим вот Cartello трусы, 4, набор 4 трусов, я не помню стоимость, я добавлю ссылку в описании, ссылку на скидку, покупал их по скидке, вот, Cartello, Sofu Group,
крокодильчик нарисован, тут такая вот наклейка. Ну и давайте посмотрим на них. Я, мне кажется, что они будут на меня великоваты. Я брал, по-моему, XXL. Ну, прикольно, качество хорошее. Вот. Тянутся. Да, XL я брал. Но обычно китайские вещи на меня XL подходят. В общем, я добавлю фотографию, как я буду выглядеть в этих трусах. Одни померяю. Вот. Ну, а пока... Хотя, может, и нормально будет. Мне, наверное, здесь на столе просто непривычно. Я так трусы обычно не разглядываю, поэтому и кажется, что они великоваты. Ну, посмотрим, померяем. На этом у меня все. Ставьте лайк, подписывайтесь. До новых встреч и удачных покупок!